концерт, который в первоначальном своем варианте был сочинен еще в 2015-16 годах, когда Андрей только начинал свою работу в оркестре и получил вот такой заряд вдохновения. Все это время концерт дорабатывался и сегодня будет представлен вам, дорогие слушатели. Это сочинение «Дань уважения композиторам прошлого». Заметьте, что мы на протяжении всего концерта так или иначе обращаемся к музыке старинных композиторов. И, как сказал сам Андрей, в его музыке слышно подражание настоящим иконам Вивальди, Карелли, отчасти Бах. Андрей Васильев, концерт для двух скрипок с оркестром ре минор в трех частях. Солисты Оксана и Андрей Васильевы.